Полицейские УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двух мужчин, подозреваемых в краже строительных инструментов на сумму более 1 000 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что в ночное время злоумышленники перелезли через забор на территорию дома в поселке Лопатино. 19-летний житель города Москвы и 27-летний уроженец Мурманской области при помощи кусачек срезали навесные замки дверей складских контейнеров и похитили перфораторы, шлифовальные машинки, насосы, электродрель и доводчик. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? Или статье? 68, часть 2. Один раз судимы или несколько? Один раз. За что задержаны сотрудниками полиции? За кражу строительного инструмента с территории стройки. Сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть краденого имущества. Остальное задержанные продали на одном из подмосковных рынков, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второго заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.